ребята, ну почему так? Ну почему так? На улице дождик идет. Он такой сильный. Лето классное. Нельзя на свет включить. Ничего не видно, наверное. Это грустно. Очень грустно. Когда лето будет? Будет оно вообще, нет? Паш, будет лето? Скажи мне. Не знаю. Давай сделай, чтобы было уже. Не делаешь? Сейчас на основном канале как начнем херачить. И лето будет. И лето начнется. Я вам говорю, вот с первого видео выйдет на основном канале, и лето начнется. Запомните мой сон. Ну все, посмотрим. На лето, приходи, пожалуйста, к нам. Нам же еще нужно снимать что-то. Лишь бы у нас, когда будет свадьба, не было бы дождя. Не хочется дождя. Вообще не хочется. Поздно. Нет! Я вот же все видел. Я не слушаю ее, не люблю ее. А, Настя, как всегда, там слушает Бузову. О боже мой. У нас сегодня день дебилов называется. День дебильчиков. Очки оделась, и сразу такое яркое, солнышко везде. Обычные очки для того, чтобы солнца не было видно. Ну, у меня все так сразу хорошо стало. Не серо. Так серо, а так раз так хорошо. Наркоман? Да. Жесть! Мы сейчас едем, и нам сигналит мужчина и говорит, у вас что-то отпало. И это отпало стекло. Представляете себе? Вот как бы смотришься. Идет вроде. Да, нашел. Нашел стекло. Ну капец, вот эти стекла еще на какой-то клей вели, что-то присобаченное. Херня какая-то. Че? Вообще жесть какая-то с ним. Просто стекло отпало. Да, на, съемка. А, оно не сломалось, да? Не. О боже мой. Как оно, блядь, попало? Как оно вообще могло отпасть? Ты же съехал? Это... Чё, полный пиздец. Это просто без права стекла ты показал. О боже мой, просто такое... Такой пипец. Ладно, хоть мужик мне подсказал, то, что мужик, там оно отпало. Я... А, причем недавно отпало сразу, да, сказал? Да, оно только-только отпало, он сказал, я просто офигел вообще. Сейчас будем собачить, пошел я за клеем. Это жесть. Ну я вообще такого не ожидал. А, я ставлю аккуратно. Ты нифига там, ты аж течет все. А сюда-то будешь? Лепи давай. Подъезжаем мы в наш дворец. Наш дворец. Наш дворец, это наш дворец. Все наше-то. Мы подъезжаем, чтобы договориться насчет фуршета. Хотя бы уточнить, сколько, да, туда, уточнить. Как уже, чтобы понимать. Ждем подсчет денежных средств. Ой, нам насчитали. Сколько? 14 200 рублей. Нам насчитали, это вообще, можно сказать, без еды. Без еды, там одни эти бутербродики маленькие, все. То есть, да, немножко бутербродиков и все, по сути. Что-то как-то вообще вопрос прям. Ну, место-то вот оно. То есть, вот в этом месте, в принципе, приятно будет и сфотографироваться, и надеюсь, что погода будет нормальная. Но мы уже вам показывали. Ладно, сейчас будем думать, что делать, потому что 14 000 рублей – это деньги.
и платить их, грубо говоря, ни за что. Ни за что, да. Ладно бы там что-то было прямо. Пока нам меняют масло, мы вот думаем все еще по поводу кафе, ресторана и так далее. Может, вообще в каком-то другом месте сделать? Да. Мне кажется, просто в другом месте даже дешевле будет, в ресторане в каком-то. Здесь 100% накрутка за то, что ты в самом ДК, получается, находишься. Что нам, у нас там, мы вот сейчас посчитали, получается, что у нас? Канапе фруктовое, канапе маленькое. Мясное. Мясное. Профитроли и... Профитроли, пастикунчики и попить. Даже без алкоголя. Да. То есть и уже 14 тысяч. Может, вы подскажете, что делать? Просто мы не хотим, чтобы далеко уезжать. Да. Еще сильно высыпало. Мы, кстати, машину приехали менять масло. Вот. Сейчас нам поменяют масло, будет оно у нас масло. Масло, кровь в машинке течет свежая, новая, матюль. Все серьезно. В общем, плюс 50 кобыл, вот я сейчас сразу же чувствую прям. Рулю рулится лучше. Жопа сидит приятнее. Все, да? Да нет, уже. Газ нажимаешь, она вьюх, ракета. Это я из разряда людей, которые думают, что поменял масло, машина стала быстрее. Нет. Все не так просто. Нас только что узнали первый раз в ПГУ. Точнее, Настю первый раз в ПГУ узнали в универе. До этого никогда не узнавали. Знаете, почему? Потому что я с ней иду. Постоянно, когда идут девушки, мои Паши, только тогда узнают, блин. С меня одну никогда не узнают. Только в автобусах узнают почему-то. Вот он. Вот она, минута решающая. Эта книга стоит до хера денег, а она у нее... Блин, она мне такую дали ее. На самом деле в плохом состоянии только обложка, она сама книга в хорошем состоянии. Вообще нормальная тетка. Короче, надо было эту Зиновьеву сегодня сплавить. Она даже не проверяет ее. Она говорит, все нормально, видите. Блин, почему не везла? Работника наняли, моет нам все. Бесплатно, бесплатно. Это тот чувак, который у меня машину спер. Вместе с Настей вчера видео. Вот. Работай давай, давай, давай. Заслужил. Помыл машину. Оказывается, кто-то меня когда-то где-то цепанул. Не газ? Нет. Сдавки. Это ты? Да. А, подожди, это Гарик вчера ночью ездил. Сдавки. Училась. Ей официально сказали, когда она выступает с дипломом. Я выступаю после 21 числа. Капец. 21 числа? В день, когда выступаете самые умные? Да. И после самых умных? Да, просто после самых умных. Да, блин, так нельзя было сделать. Ну, так значит, тебя ценят, значит, тебя тоже думаешь, что ты умная. Удачи тебе. Не просто что-то.
Перепутали, желаем? Наверное, там что-то. Желаем Настюшке удачки. Блин, да... После самых умных не стопудово. Нормально. Троечку. Какая разница, на что диплом сдан? Главное, сдан, ребята, это точно не сдан. Потому что... Когда у меня спросили, на чем мне диплом сдали? Кто? Никто. На Ютубе никто не спрашивает. Мне очень нравится эта музыка, да? Тебе? Да. Тебе не нравится? Пошли. Пошли на чай купить. Может, не стыдно за тебя? Мне очень за него стыдно. Вон чай. Убирай. Лисма. Нам в этот? Я хуя пританцовываю. Все нормально, если человек идет себе. Яички, бутончик купил. День опять заканчивается. У меня так и не прошел прыщик. У меня так и не прошел прыщик. У Насти. Все, давайте всем сладких снов. До завтра. Завтра будет, думаю, интереснее, веселее, позитивнее. Так как сегодня было интересно, весело, позитивно. Завтра будет веселее, интереснее, позитивнее. Все, спокойной ночи. Всем пока и хорошего дня. Приятного аппетита. Целую вас. Попиться.